Магаданцы должны перевести гаражи. На прием к мэру города пришли жители улицы Шандарашимича. Почти год назад они и еще 34 собственника получили уведомление от департамента СОТЭК. Чиновники намеревались очистить территорию под строительство. Юрий Юхнович и Виктор Зеленский задались вопросом, что за объект появится на месте гаражей. Юрий Гришан горожан отчасти успокоил. Минимум до начала следующего года гаражи простоят. План строительства не утвержден. Проблема Елены Левченко иная. Она просит землю под дачный участок. Мы хотели узаконить землю, взять ее под строительство. Коснулись вопроса того, что существует рядом пустая земля. Вот, на ней когда-то стояло двухэтажное здание. Здание 16 лет назад снесли. Но оно до сих пор числится на кадастровом учете. И вот уже в течение года я пытаюсь снять это здание с баланса. По закону дачным участком Магаданка ограничиться не может. Землю она получит только под застройку. Всего с начала года Юрий Гришан провел 4 приема граждан. Обратились 50 горожан. Записаться на встречу можно по телефону 62 50 46.